Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 февраля, день Власия, назван в честь святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Власий всю жизнь прожил кротко, праведно, богоугодно и беспорочно. За это обрел дар чудотворения. По его молитвам многие болящиеся получали от Господа исцеление. И не только люди, но и животные. Поэтому, если у вас имеются какие-то недомогания, помолитесь сегодня Власию. Приметы. Пришел Влас, знать держи, рукавицы про запас. Три утренника морозных дня до Власия, три после Власия, а седьмой на сам день Власия. Власий днем корову Бог нагреет, а зимой заморозит. Власий на дворе, знать весна на горе. Если имеются большие сугробы снега, значит в мае будет много зелени. Если сегодня оттепель, холодных дней больше не будет. Если корову сегодня окропить святой водой, она будет хорошо доиться весь год. Двадцатые лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнения, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие нагрузку на них. Приседания либо ходьба на ягодицах. Thank you.